дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментатор мое отдельное, вам здравствуйте. Вам это приветствие кажется знакомым кому-то из тех, кто смотрит меня? Я больше чем уверена, да. Обзор будет на правдивую Ольгу. У меня давненько уже спрашивали, а смотрю ли я ее и что я думаю по поводу ее обзоров. Одно время я вообще не знала, потом постепенно-постепенно зрители, YouTube подкидывал все новых и новых, и оказалось, что обзорщиков очень много. И когда пишут, что вот на севке зарабатывают, поверьте мне, на других блогеров тоже зарабатывают. Я смотрела несколько блогеров, обзорщиков именно – я даже не знаю о таких блогерах. И какая-то Лена Хэппи, и э, про какого-то Виталий, и не знаю, как еще зовут жену. Попадала на канал письма как-то там у него письма издалека или письма в общем что-то такое обзорщик с письмами там у него в названии он на таких блогеров делает обзор думаю кто это вообще а чешет рассказывает он вообще в курсе всех этих или женщина господи я посмотрела всего пару видео я даже не запомнила про кого конкретно кто конкретно там вел передачу эту делают обзоры на всех подряд но чаще всего конечно это на трэш блогеров потому что в основном если ты согласен ну что ты будешь говорить да вот тут я с ней согласен и вот тут согласен и вот с этим согласен но если где то какое то есть несогласие и ты думаешь ну, ну вот здесь я бы сделал по другому но на этом обзор конечно не сделаешь Поэтому и то, что не делают больше э, обзоров на обзорщиков, это тоже неправда делают. И встречала блогера, который делает обзоры на Виталину. Или делала, по крайней мере, но ну, я натыкалась. И на синерылку, и на виталину. А, и еще на кого-то было. По-моему, даже на ту же самую правдивую Ольгу. Короче, делают на всех подряд: что на блогеров, что на обзорщиков, не суть важна о чем говорила Ольга. Я посмотрела несколько ее вот прям конкретно свежих-свежих последних роликов. Правда, она немножко запаздывает. Вот я смотрю, она делает обзор на какую-то там трансляцию, вот где он там резал лимон вот этим ножом, махал, хрясь, хрясь давненько была трансляция, а она вот только-только, вот буквально свежевыпущенный на это все дело обзор. Как-то запаздывает. Подняла она тему о помощи Наде, почему не помогли ей села, если она там, со слов этой же самой Нади, на очень хорошем счету. Ходила там, помогала, делала эти, устраивала поминки до свадьбы и прочее, прочее. Оля считает, что изменилось отношение жителей этого села к Наде. По какой причине? Ну, явно я так услышала намек на то, что Надя стала вести себя как-то неподобающе. Вот то, как она снимается и показывается в видеосевки, например, вот это, да, разбитие яйца, голову. Да и вообще, в принципе, то с этой фатой. То есть жители, которые ее смотрят, а, как говорила Надя, смотрят ее там многие. Явно, что они от этого не в восторге. Ну, это по мнению Ольги. И вот она спрашивает, что? А почему не помогают? Севка сказал, что люди в селе бедненькие. А Оля говорит, откуда? Все зарабатывают, у всех если только они не лентяи. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что такую сумму, как собрала Надя, и буквально там за пару трансляций, конечно же, жители села не смогли бы собрать. Потом, насколько я смотрела, там действительно село очень маленькое. Вот прям маленькое. Я даже не знаю, там 5000 жителей набирается или нет. Кто даст? Ну, какой-то процент можно было бы собрать. Во-вторых, это все так было спонтанно, как бы они там собирали. Возможно, кто-то и отстегнет какую-то сумму, опять же таки, Нади. Но село селу рознь. Где и как кто зарабатывает? Есть, конечно, которые держат скот и как-то так на этом разживаются, но в основном, конечно, сравнивать цены э -э, несравнимо. То, что в селе оплачивается, и то, что эта же самая, например, работа оплачивалась бы в городе, несравнима. Ну и, соответственно, уровень жизни в городе дороже. То есть даже снять ту же самую квартиру. То ли ты где-то в деревне снимаешь домик, да, ты можешь домик снять дешевле, чем ты снимешь а, однокомнатную квартиру в городе. Это всем понятно. Далее она возмущалась, тем, что Севка сказал, что женщины за 50, старухи. Кстати, вот в последней трансляции, на которую я делала сегодня обзор и он тоже об этом говорил, он даже как-то так назвал, у меня вылетело это слово, ТВшка не услышала, а Надю это покоробило. Как-то он так сказал, то ли вешалки, то ли... Нет, как же он старух... Как-то он так выразился, что Надю, конечно, это слово зацепило. Я еще подумала: странно, в 60 лет жизнь только начинается, он доказывал матери, хотя она ему говорила, откуда? Это уже все равно жизнь идет к закату, а у кого-то, извините меня, уже и эм, смертный одр где-то тут маячит. Потому что здоровье у всех разное, жизнь у всех разная, может случиться всякое. И вот действительно мне было вот этот момент непонятно, зачем все это нужно было говорить. Он специально хотел обидеть. Конечно, он знал, что Надя это услышит, и Надя это все будет неприятно. И сказал это назнарочно. Я бы так сказала. Ей тоже не нравится, как Севка воет. Она так и сказала. Конечно, я вообще не театрал ни разу. Была там один раз и все на этом. Потому что не мое. И все эти песни не мои. И вот то, как Севка орет, а он действительно в последнее время, он орет. И он считает, что это очень хорошо. Главное, чтобы далее, дальше двух рядов его прекрасно слышали. А вот Леша нравится. Здесь мы с ней, конечно, сходимся. Далее она упомянула и тот момент, когда мамка подписалась, что эти алкаш, когда Самвел показал ей свой сценический образ вот этого папа и сказал, что вот алкаши Ставрополя, она сказала, о, так это же на Эдика похоже. То есть тем самым она подписала, что да, Эдик тот самый пьющий. Мамка, конечно, до этого не дошла, мы тоже об этом говорили в своих обзорах, что до мамки не дошла. Она посчитала, что она очень умная, как она быстро просто вычислила, что это все касается Эдика, но по факту она Стеба как такового не поняла. И объяснить, к сожалению, ей тоже не к чему. Но вот в этот момент, почему я его сейчас упоминаю, она сказала, что к Эдику а я отношусь параллельно, он мне не интересен и вообще, ну, никак, понимаете, э, ни как блогер, ни как мужчина, никак что, он ее не интересует. Но я заметила, что она не уцепилась за возможность обосрать его. Вот могла бы, если бы она, ну, то есть, если сама ТВшка, да, подтверждает, что, о, это же на Эдика похоже, и алкашня Ставропольская, да, фу, точно, это же Эдик. И она не стала цепляться и говорить, что даже мать это все признает, понимаете, то, ну, понятное дело, значит, Эдик пьет и вполне так и себе прилично. Я не знаю, я не смотрела видео Синерылки, кто смотрит ее на постоянной основе, или даже не на постоянной основе, но слышал обзор на эту тему. Не могла она ее упустить и не сказать об этом. Вот больше чем уверена, она в это вцепилась. И она явно сказала, что если даже мать узнала, то значит так оно и есть. Эдик действительно вот тот самый алкаш, которого старался изобразить в своем спектакле Севка. Далее Оля сказала, что ТВшка не любила своих мужей. Ну как? Как это так? И далее она объяснила, что смотришь на ТВ, а я в это время смотрю на вот этот видеоряд, который у нее составлен, составлен на который наложена запись. И в этот момент, когда она произносит ⁇ Смотришь на ТВ ⁇ на экране лежит свинья и чавкает честно мне было так смешно вряд ли она конечно подбирала это получилось случайно мне тоже зрители писали но видеоряд лег идеально на э, тех людей которых вы упоминали в своем обзоре вот так бывает случайно но мне было смешно я смотрела и надо же нарочно не придумаешь и так вот смотришь на тв она и детей своих не любила а сейчас хочется спросить разве она своих детей любит Разве сейчас по истечении времени что-то изменилось? Вот сейчас ей дети вообще нигде никак не напрягают, по большому счету. Они ей больше помогают. Даже та же самая Ира. Она ничего от нее не требует. То есть ей не нужно ни памперсы менять, ни подгузники, ни ложечки кормить. Но! Разве она сейчас стала к ней относиться как-то по-другому, когда Ира уже не доставляет ей никаких хлопот совершенно? Нет! Она и сейчас их не любит. И как сказала ТВшка, знай заранее, что и как ее сложится жизнь, она осталась бы одинокой. Я говорила в обзорах, что именно от Арша Луиса родились вот такие дети, которыми она так гордится. И Севка ей об этом говорил. И Ольга, кстати, сказала о том же самом. Она говорит, если бы мне сказали, что была бы, например, не неурядицы какие-то жизненные с мужем, и кто-то сказал, а ты вышла бы за него замуж? И она говорит, да. Она говорит, я ради детей, которые вот получились именно от этого мужа, вот именно такие дети, я бы снова прошла весь этот путь, только чтобы эти дети у меня были. Это реакция нормального здравомыслящего человека, а речь идет же о ТВ, поэтому сравнивать тут не с руки. Далее Ольга говорила о том, что как быстро ТВ-шка вступала в новые отношения, выйдя из старых, если она вообще не помнит, сколько проходило между ними времени, скорее всего, нисколько. Поэтому она даже и не может вспомнить по датам. То есть э, в том-то году она рассталась с очередным мужчиной. И в этом же году она снова вступала. А скорее всего, может быть, было даже так. Она еще, не выходя из старых отношений, она тут же О, под какие-то новые подвернулись, о, а почему бы не воспользоваться? Там уже все изведано, все ясно и понятно. Почему бы не окунуться в новые? Поэтому она ничего вспомнить не может. Ну а что ей вспоминать? Зачем ей держать все это в голове? Тем более они все просто перепутались, больше чем уверенно. Ну представляете, сколько их было. Попробуй-ка все упомнить, когда, в каком году, с кем она проживала. Далее Оля затрагивает такую тему, как Севка просит на телефон. И она говорит, слушайте, он с его помощью зарабатывает, и поэтому он должен купить сам. Зачем он просит это все у зрителей? Ну как зачем? Потому что он привык. Он привык попрошайничать, это же вот лежит на поверхности. Вся его блогерская, скажем так, карьера началась именно с этого. Вот он молился этой богине посылок, как ему присылают, он объяснял, и постоянно он просил вот вот таким вот образом. То есть не 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 мне не надо, мне надо купить. Но вы мне ничего не высылаете, я куплю себе все это сам. И по факту он дожидался того времени, пока ему все-таки пришлют то не то, но ну, по крайней мере на то время его зрители очень хорошо выручали. Это потом, когда он зажрался и Надя подарила ему терку, он сказал: так. Он начал тереть, она была абсолютно новая. Он сказал, подождите, она совершенно неудобна, здесь размах мелкий, а я себе купил дорогую, хорошую, такая длинненькая у него была туда внутри с этим, с ячейкой, куда собиралось все, что натиралось. И он сказал, Надя, ты извини, обижайся, не обижайся, но я выбрасываю мусорку. И он не стал никуда ее не пристраивать. Вот тогда у него как-то, знаете, такая коммерческая жилка еще спала, барыги. И он ее не продал. А знал бы, он бы продал ее еще в то время сказал бы, вот новая, только первый раз я начинаю ей что-то тереть, а она вот такая вот неудобная для меня. И потом он уже стал с легкостью все эти вещи выбрасывать. А сейчас уже дошло до того, что он продает. Поэтому ничего удивительного, что он просит на телефон, нет. Я знала заранее, что просить он будет. И вот эти все его, вся его трансляция, которая была нацелена на то, чтобы собрать деньги, хотя он говорил, я уверен, никто не пришлет. Я, я больше, чем 100%. Ну, давайте проверим, давайте проверим. Но я знаю, что вы не пришлете. Расчет был на то, что люди кинутся и пришлют. Но, слава богу, Глупых было крайне мало, которые клюнули на это. Может быть, это из новеньких кто-то зрителей не знает, кто такой Самвел и чем он дышит, ну и, так сказать, решили помочь, поучаствовать. Ну, мало ли, а вдруг надо помочь. Ну, а по факту, если они посмотрят дальше, они, конечно, разберутся. А, было слышно, вот несколько видео я послушала Оли, было слышно, что у нее или собачка, или собачки шумят. У нее тоже, получается, в доме живут какие-то животные. В общем, что я хочу сказать по поводу Ольги, какое у меня сложилось о ней впечатление. Мне понравилось, как она делает обзоры. Если бы я смотрела обзорщика, вот из всех, кого я перечисляла, кого я видела, я бы, наверное, смотрела ее. Как-то я не услышала каких-то оскорблений, очень много логических каких-то выводов и рассказывает она все это так интересно, на мой взгляд. В общем, мне понравилось. Я не знаю, какой она человек с этой точки зрения. Я даже не рассматриваю, то есть я рассматриваю чисто вот человек делает обзор на каких-то конкретных персонажей. И вот то, как она их делает. В принципе, я осталась более чем удовлетворена. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока.